Ой, не та книжка. Также хотелось бы сказать вам еще раз о том, что книга, о которой я сегодня говорил, называется «Магические методы лечения человека». Здесь дается мной огромное количество рекомендаций нетрадиционной медицины. Здесь и о нитках, и о железных кольцах, нестандартные способы лечения, лечение простыми домашними способами, эзотерическое лечение золотом, серебром, медью, нитка-целитель, целебное масло, как его изготовить, терапия, и можно ли с помощью вальнологии, как себя полечить, что такое вода-целитель, как можно лечиться ванной, душевой и парилкой, сакральные методы лечения, цифровые коды лечения, очень древние рецепты и древние-древние рецепты. Книга получилась интересная, будет полезна всем людям, которые собирают всевозможные рецепты. Книга получилась, я выбирал самые-самые проверенные рецепты и те рецепты, которые не требуют дополнительной подготовки специалиста. Будь то собирание там в лесу корений, там редкие растения и так далее. Этого вы здесь не увидите. Допустим, простые методы, они могут быть так. Алкоголизм, табакокурение. В четверг 4 числа не нужно пить и не курить. В конце дня сказать: все, с этого четверга больше не пью, клянусь. И человек бросает пить и бросает курить. Если это делать четверг 4 числа, то тогда человек бросает. Почему? Откуда я это взял? Эта информация собиралась мной на протяжении более чем 22 года по маленьким-маленьким кусочкам при общении со знаменитыми целителями, мальфарами, целителями Болгарии, Румынии, Молдавии, Российской Федерации, Крыма и так далее. И получилась вот такая вот очень уникальная книга, в которой собраны советы, которые разрабатывались на протяжении тысяч лет. То есть можно ли сказать, что это имеет подтверждение? Да, это имеет подтверждение, и это используется людьми, не умерло на протяжении многих тысяч лет. С вами был Андрей Дуйко. До свидания.